Блин, ребята, сейчас такая ситуация была, тут от волнения ничего не записал толком. ДПСники, наряд ДПС подъехал. Приветствую всех, друзья, на канале РС FPV Челябинск. Как вы знаете, у себя на канале я люблю проводить всевозможные тесты, но, к сожалению, моя платформа, летающая для тестов, это мой 8-дюймовый долголет, недавно разбился. Ну, как разбился, упал. Сейчас я его, можно сказать, починил, лучи склеил. Также жду пропеллеры 8-дюймовые, поставил 7-дюймовые, облетал, полетал, но выявилась такая проблема, что отваливается сигнал чуть ли не на 200 метрах. Буду сейчас опять разбирать, смотреть, в чем причина. Поэтому сейчас пока восстанавливаю свой долголет. Как только его восстановлю, будем с вами тестировать всевозможные антенны. Также, если кто не знал, веду сборочку я рептилии с 1600-й. Саму сборку на канале я выкладывать не буду, так как такого контента в интернете уже полно, но... Покажу вам уже собранную рептилию, покажу вам, что куда поставил, зачем, почему, покажу настроечки, и мы обязательно будем с вами ее уже облетывать. Поставлю я на нее два мотора, два таких же мотора, которые стоит у меня на крыле Skyzone Tier. Ну а сейчас, чтобы вас хоть чем-то порадовать, я вот встал на краю трассы, с утра штиль относительный, и сейчас попробуем. На крыле на моем я сейчас буду подлавливать машины попутные и стараться их догнать или обогнать. То есть проведем с вами такой тест, сможет ли крыло Skyzone Tier соревноваться в скорости с машинами. Буквально на днях, но там немножко по ветру это все было, крыло я разогнал до скорости 132 км в час. Ну, думаю, сейчас если машины всякие такие не спешащие будут ехать, можно будет очень интересно над ними поугарать. Ну а сейчас я достаю из багажника свое крылышко и будем с вами летать. Погнали! Блин, ребята, сейчас такая ситуация была, тут от волнения ничего не записал толком. Только собрался лететь. ДПСники, наряд ДПС подъехал. Ну ничего, я думал, сейчас будут либо разбираться, что у меня за техника, почему камеры, все дела. Но ребята хорошие оказались. Спросили, что, как. Рассказал, что это такое, поулыбались они. Сказали, нам тоже такое нужно. Тут как раз трасса отбойник кончается, двойной дороги начинается на одинарная, там дальше. И сплошная, и многие на обгоны идут. Говорят, вот сейчас, если бы нам поснимал, было бы хорошо. Ну вот, показал им, они спросили, сколько он максимально может летать. Сейчас я не записал, пока так полетал, скажем так, к локации привык. 130-135 разгонялся я сейчас, прям штиль на улице вообще полнейший. Жарко аж, баня. Вчера гроза была, ночью гроза была, жарко. Полетал сейчас. Над ними низко полетал, блин, к сожалению, блин, не снял, по-моему, ничего. Ну все, я пока летал, в очках стоял, они удачи пожелали, ладно, говорит, летай. Мы с ними также немножко обсудили по поводу законности всего этого, они тоже как бы в курсе, ну как бы они тоже констатируют тот факт, что как бы шибко ничего сейчас не припаяешь, основываясь... Ну, отталкиваясь от тех законов, которые существуют. Да, как бы там взлет любого летательного аппарата, это все-таки нужно разрешение и прочее. Но я вам объяснил, что как бы я говорю, буду летать тут низенько, прям буквально вдоль дороги, над полем, в принципе, как бы никому не мешаю. Вот, так что многие у нас ДПСников вечно обхаивают. Нет, как бы среди них есть нормальные люди. Если к ним по-человечески, они к вам будут тоже по-человечески. Поэтому имейте это в виду. Вот, но сейчас все-таки я поставлю еще один аккумулятор. Мы с вами взлетим. Только попробовал я вдоль дороги сложно. Как бы в одну сторону, да, классно полетел. А потом, когда разворот делаешь, приходится делать большой радиус. И как бы пока возвращаешься к дороге, чтобы в параллель с ней выйти, уже дистанция большая проходит. А я сильно далеко не хочу туда за холм улетать. Но сейчас, тем не менее, все-таки взлетим и попробуем с вами погонять. Погнали.
А, ну смотрите, полетал немножко, ветерок поднялся, и с машинами я соревновался в скорости. А, против ветра получается. Но против ветра, по моим ощущениям, немножко стабильнее себя, что ли, ведет крыло. Ну и как бы мне спокойнее издалека к себе лететь на скорости, чем от себя куда-то вдаль и там увлечься этой гонкой и потерять сигнал. Хотя сигнал очень хороший, RCCI. Ниже 90% не падал, но я вот в радиусе там 700 метров, километра кручусь. Вот, в принципе, как бы, ну, интересненько. Немножечко я боюсь, конечно, не близко к дороге прижиматься. Но сейчас я литионку снял. Это я на литионной сборочке летал на такой скорости. Сейчас поставлю литий-полимерный 1800. Но я думаю, как бы эта погода не сыграет. А вот, но литионочка нагрелась таки неплохо. Сейчас на литий-полимерном еще погоняем, посмотрим. Может быть, постараюсь сейчас по ветру, наоборот, разгоняться. Как получится. Погнали. Thank you.
друзья, ну вот такие политухи получились. Сейчас я по ветру. На литий-полимерном аккумуляторе, как вы видели, разогнался больше 140 км в час. Как бы машины все для меня не соперники в ту сторону. Было весело, мне понравилось. Если вам тоже понравилось, обязательно ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, кто еще не подписан. Следим за новыми выпусками, за новыми полетами, за новыми тестами и так далее. Впереди вас ждет очень много интересного. До новых встреч, пока!